Ребят, сегодня сеть крафтового пива, пивобанк и пивоварня Red Cat, наши друзья, наши партнеры, участвуют в грандиознейшем концерте, который сделал караван. И это не просто так, это так и называется October Rock Fest. Сегодня будет много пива, много улыбок, замечательные артисты. Много очень посетителей. И самое главное, что сегодня все закончится супер пивной вечеринкой. Вот так, друзья, программа «Казак». Сегодня праздник Октоберфест, празднует караван. И пригласили нас, розничную сеть крафтового пива, пивобанк, принять участие в этом празднике. Мы были рады откликнуться на эту просьбу, потому что Октоберфест – это тот праздник, который празднуется не день, не два, не неделю. Он празднуется долго, красиво, пафосно. И любители, настоящие ценители пива, на самом деле целый год ждут этот праздник. Почему? Есть специальный сорт пива Октоберфест, которое варится только раз в год, именно на этот праздник. Коль, скажи, пожалуйста, провести праздник Октоберфест, ты себе вот в биографии, в творческой, пишешь это на первой странице? Ну, конечно, это очень великолепное, интересное мероприятие необыкновенного стиля. Люди отдыхают культурно и в то же время выпивают. Ну, друзья, сам Бог велел взять интервью у этого колоритного мужчины. Мы сегодня говорили о чем? Пиво, рок-группы, артисты. Все рядышком с пивом. Байкер. Однозначно, любим пиво. Слушайте, а как вот можно, допустим, ну, так, пару литров выпить пива и сесть на своего железного друга? Ни в коем случае. Только после постановки коня в стойло. Попробуй, пожалуйста, ты пьешь сейчас Red Cat, пиво, которое специально приготовлено к празднику Октоберфест. Что надо добавить, кроме шашлыка, к пиву? Хорошую девушку. Рядышком, чтобы стояла. И тоже помогала пить пиво. Так, тебе что? Ребятки, вы готовы уже, да? 100 грамм виски. Хорошо, тебе? К пиву чего не хватает? Еще одного пива. Великолепно. Что не хватает? Я поддержу гитариста, еще водочки немножко. А этому молодому человеку есть 18? Друзья, есть. Вот если твой муж употребляет пиво каждый день, то есть каждый день, приходя с работы, у него такой аромат пива, ты на это реагируешь, а, сама пьешь пиво, б, не пускаешь его, в, пьешь что-то более крепкое. А, вариант г, я говорю, поделись, дорогой. Вот так вот. Сколько заказали? Литр, два? Три. Вы один? Один. Вот так. А если бы вы были с друзьями, сколько бы взяли с собой? Бочонок. Друзья, вот так. Red Cat. В этом году наша пивоварня Red Cat сварила целых две ЦКТ. Для того, чтобы как можно больше любителей именно Октоберфеста смогли насладиться этим напитком. Мы надеемся, конечно же, что на весь праздник хватит у нас, но постарайтесь побыстрее прийти в наши магазины и успеть его попробовать.